Друзья, всем привет. Падает небольшой снежок. Вот такой. А мы взбодримся. Утренняя прогулка, так скажем. На манеже все те же. Маша и Рудик там он. Мерзлоте яму роют. Чистый обалденный воздух. Идешь, Маш? О, ух ты! Как он так грациозно прыгнул. И побежал. Что движет котами? Не знаю. Чистый, хотел сказать, горный. Чистый славянский воздух. Рыжий, лапы не мерзнут? Да какой там мерзнут? Он как у себя дома на снегу. Ну тут у него такая шкурка на пузике. Как руно золотое. Ты, руно. Вот морда какая злюка. Шерсть даже, на шерсть снег не пролипает. Чище будет. Ой. Сегодня зрители и подписчики моего канала отмечают, которые находятся далеко за океаном, отмечают государственный праздник. День благодарения, с чем я их и поздравляю. Льда становится все больше, и он становится все толще. Вот, видите, как маленькое озеро замерзло полностью. Кисюня. Ну и как? Снегу так в новеньком. Так, как-то ж ты туда залез. Вот так. И так же и слез. Так, здесь у нас небольшая полынья. О, а вон и гости нашего озера. Пара лебедей. Сейчас попробую приблизить. И там на краю сидят уточки. Две утки и два селезня, насколько мне отсюда видно. Лебеди пара взрослых. Деток с ними нету. На улице минус 4. И срывается небольшой снег. Видите, видно на льду. Не тает, а лед прозрачный. Ну, пойдет потепление. И этому льду будет хана, он растает все равно. С завтрашнего дня уже там, по-моему, будет до плюс 4 днем. Ну, поводка супер небольшой. Ветерок. Я уже заправился теплым чаем изнутри. Ну, все равно свежо, скажем так. Ну что, зверье мое, никак не хотят идти гулять ни пуня, ни сэмик. Одна Маша сопровождает нас, и рыжий уже где-то побежал. Сейчас будем искать. Вот так, из недавно озера, которое давало нам рыбку, озеро превратилось в вот такой вот ледяной каток. Как быстро бежит время. Ёлки-палки. Маша хотела когти поточить. Дерево замерзло. Что? Что, мяу? Пошли. Хватит гулять. А ты, она хочет на руки залезть. Да? Так, друзья, пойдем мы найдем нашего рыжего котика. А вон он уже, вижу, где он сидит. Он нашел с не замерзшей водой лужицу. Сейчас покажу. Так что с такое с камерой. Вон он, видите, рыжий. И сидит, пьет воду. Забрали мы, друзья, нашего водохлюба. И идем
домой, да, Кисюня? Напился воды. Это же надо, и нашел место. Где-то там Маша подстала сзади. Друзья, пойдем в дом. Кисюня. Что? Не нравится? Что-то злится, не нагулялся. Бур, ветерок прохладненький. Остаемся на связи, друзья. Что? Всем хорошего мирного дня. Всем мира, добра. Всем пока.